Гайдарбек. На последнем чемпионате России в Магнитогорске. Когда Дагестан занял первое общекомандное место? Сегодня еще одна радость у всех дагестанских спортсменов, особенно боксеров. Снегас били, но на Гайдарбек. Завод, который мы отремонтировали, сегодня мы его сдаем. В этом принимали участие многие, это прежде всего наши руководители. Все необходимое для того, чтобы этот спортивный объект был в таком состоянии, как он сегодня нам помог руководство республики. Реконструкция этого спортивного сооружения завершена, и зал готов принять своих воспитанников. Каспийская школа бокса не раз доказывала как на российском, так и на мировом соревновании, что не зря считается одной из самых сильных. Здесь воспитывают Клинус Гайдар, хотя он был Гайдарбек. Ну, Гайдар, Гайдар, а? Хорошим залом. У нас хороший коллектив. Сейчас есть очень много хороших ребят, молодых. И мы показали, что у нас должно быть успех. Я думаю, что мы достигнем большого результата. Мы сейчас присутствуем для открытия этого прекрасного процесса. И современ, да? Я хочу сказать, что спортсмены... Кто здесь тренироваться и готовиться, они заработали вот то внимание, которое руководство города им уделило, сделав этот приказ. Ты не расслабляйся. Уважаемый! Около года сегодня мы его сдаем. В этом принимали участие многие, это прежде всего наши руководители. Все необходимое для того, чтобы этот спортивный объект был в таком состоянии, как он сегодня, нам помог руководство республики. Самые добрые слова, адрес города Каспийск, главы администрации Джамал Амаровичу. Человек, который постоянно поддерживает спортсменов каждый день. Он заботится о состоянии спортсменов не только города Каспийска, и в целом республики. Я постараюсь все создать, чтобы для того, чтобы наши боксеры занимались в этом зале красиво и уютно. На наш турнир приехали самые лучшие специалисты России и зарубежных стран. Среди них есть и наш специалист, человек, который давно дружит с таким. Ну что, этот едет, да, брат? Кому надо голову подключить? Ну все, как подъедет, ты мне это самое, хорошо? Давай. То есть, по полчеловека нормально, так же, да? Это целая команда. Полчеловека невозможно, по одному. По одному, ты же много. Сейчас в таком зале, по-моему, можно уже медведь на машинах подъездить. Обезьяны на велосипеде катаются. В этом зале можно, по-моему, готовить кого угодно.
Давайте все хорошее. Ну, по подвалам, там как крыс. Мы что-нибудь поздоровались? Не можем. Я только большой рок с усунами, а на коин банкет. А на алдер все цуны измеряются. А что за долгие? Были такие вещи, как сейчас, друзья мои, из Азербайджана, говорят, а где? Почему я говорю? Это вопрос другой. Алла тренера Вилли Самоклот, Сама Шекар. Вечером спорить не будем. Потому что это за Я хочу, смотри, я сильно далеко. Стивен, гу. Кундра Чуфен, свар, бейка, окей, индика. По программе Каспийска, зал для для подготовки, ну там. Я заплыл. Приехали. Он оплывет. Выбегайте оттуда. Завяжут. Там он играет. Я еще раз. Я. Никак дверь. Фирма Минокс. Где? Окей. Всех с ними. Чуть-чуть один-два раза ходил на Браконьевскую. Ну сам видел. Я себе видел путь из Браконьевского. Сам делал. Иван, давай, может быть, сам скамейку поставим второе. А там что? А, Алдер, а что за крепость у вас там? Это, короче, называется она крепость Самара. Крепость Самара. Ага. Во время войны там испытывали торпеды. Торпеды, да? Торпеды. Ага. Там столько же, он уходит вниз, в землю, то есть под воду. Какой вы построили?